тут вот из-за поворота. Это ж ты еще не была, да? Угу. Первый раз идешь к Кирюшке. Да. Даже не представляешь, где это, да? Ой, мамочка. Нам да. Танечка туда. Ну, я ж тебе рассказываю. Видишь? Вот там солнышко лежит. Семелька села. Месяц назад приходили, видишь, какую фотографию поставили. Угу. Ты еще что-то не была, да? Угу. Видишь, какой насыпочка лежит. Господи, сколько нам стоило туда, чтобы сюда положить, да? Это невыносимо смотреть, и это невыносимо слушать. А постаревшая от горя мать все рассказывает и рассказывает, как своими руками сбивала гроб 13-летнему сыну. Замеряли мой рост, чуть больше сделали, потому что он был такого, как я, приблизительно роста. Вот, достали доски, сбили гроб. Я сама своему ребенку колотила гроб. Уже соседи помогали, собирали бензин, кто что может. Поставили на мотоцикл, сняли люльку и довезли сюда. Таким образом, это все было под бомбежками, под взрывами, как раз завод бомбили. Кирилл погиб, когда село Петровское обстреливало стоящая под Дебальцевым украинская армия так, что люди уже не понимали, где земля, где небо. Они услышали свист снаряда. Кто-то крикнул «Ложись!». Кирилл бросился к сестренке и успел закрыть ее своим телом. Вот тут яма. Вот получается, вот яма. И вот как раз получилось, иду я, потом он, и он, получается, он шел... На в этот руку, наверное, даже больше, да, от тебя шел, Кирилл? Далеченько он шел. Вот именно, что упасть он так не мог. Это именно было так, что он ее накрыл с собой. И оно получается, что осколки как раз накрыли его спину. Кирилл Сидорюк погиб на месте, а сестренку только ранило. Там не было осколка, он вылетел, наверное. Потому что мне хирург только зашивал, больно было чуть-чуть. Она часто приходит на это место, как будто время может повернуться вспять. И они все втроем не успеют дойти до этого поворота. Мы не успели толком и повернуть. Я же говорю, я им дала бубличка вот тут на повороте. Мы только повернули. У него бублики были в руке. Даже когда его уже хоронили, мы вытягивали, ну, зажал он бублички в ручке, маленькие такие. Ну, вот именно это место, да, Тань? Как жить дальше, она не знает. Работы нет, деньги кончились. Конец войне не предвидится. Надо Таню поднимать. Она у меня одна осталась.